Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге я собрал лучшие стационарные блендеры, которые можно купить в 2023 году. Стационарный блендер подойдет для смешивания коктейлей, смузи, приготовления соусов, пюре и десертов, измельчения продуктов разной плотности и даже для колки льда. В этом топе представлено 7 лучших моделей стоимостью от 4 до 18,5 тысяч рублей. Они различаются мощностью, оснащением, режимами работы и функциональностью. Прежде чем перейти к обзору, подпишитесь на канал и не забудьте нажать колокольчик. Ну а теперь поехали! На 7-й строчке стоит Xiaomi CD-BL01. Это нетипичный по исполнению и оснащению стационарный блендер. Он предназначен для любителей смузи и полезных коктейлей, поэтому комплектуется не кувшином, а двумя дорожными бутылками на 300 и 600 мл. К ним идут герметичные крышки с прорезиненным дозатором. Процесс измельчения и блендирования происходит непосредственно в этих бутылках. Их нужно перевернуть и установить на моторный блок. Мощность модели в сравнении с другими стационарными блендерами невысокая – 250 Вт, а вот скорость вращения двигателя приличная – 24 000 оборотов в минуту. Благодаря этому, а также с учетом небольшой емкости бутылок, процесс измельчения и смешивания занимает всего 8 секунд. Включение происходит одной кнопкой, дополнительных рабочих режимов у модели не предусмотрено. В отличие от других участников рейтинга, например, следующий блендер наделен несколькими скоростями. 6-ю строчку занимает Haier HB500. Это типовой по исполнению блендер округлой формы с кувшином на 1,7 литра из боросиликатного термостойкого стекла. В нем установлены съемные прочные ножи из нержавеющей стали. В крышке блендера есть отверстие для добавления ингредиентов, которое закрывается пробкой. Особенно пользователи в отзывах хвалят очень удобную большую ручку кувшина. Мощность блендера 1200 Вт, что соответствует моделям этого сегмента цен. Она обеспечивает достаточно быстрый и качественный результат. В работе прибора предусмотрено 5 скоростей, которые переключаются простым регулятором на корпусе. А также есть импульсный режим, который позволяет добиться однородности после измельчения ингредиентов. На 5-м месте топа стоит Philips HR2228. Этот блендер более стильного дизайна отличается большим по объему кувшином на 2 литра, который также оборудован ручкой и крышкой с отверстием для добавления ингредиентов. Особенностью этой модели выступает оснащение энергоэффективным двигателем всего на 800 Вт, но невысокая мощность компенсируется технологией ProBlend Crush, за счет которой производительность и скорость работы модели не уступают более мощным аналогам. Эта технология подразумевает использование шестиконечного ножа определенной конструкции, который с легкостью справляется с крупными и твердыми ингредиентами. Все съемные элементы блендера можно мыть в посудомоечной машине. Блендер оснащен тремя фиксированными скоростными режимами – от легкого смешивания для мягких плодов до турборежима для твердых. А для достижения идеальной консистенции предусмотрен импульсный режим. Плавной регулировкой скоростей и автопрограммами наделен следующий участник рейтинга. 4-ю строчку занимает Moulinex LM811D10. Этот блендер из другого сегмента цен отличается оснащением и функциональностью. Он оборудован мотором на 1200 Вт со скоростью вращения 28 000 оборотов в минуту, что гарантирует быстрое измельчение и смешивание. Блендер оснащен технологией PowerLix, которая предусматривает наличие 6 лезвий из нержавеющей стали с одновременным вращением в 3 различных плоскостях для идеального измельчения. У модели есть 3 автоматические программы – смузи, колка льда и самоочистка. Скорость работы регулируется с помощью поворотного переключателя, оснащенного подсветкой, которая меняет яркость с учетом выбранного режима скорости. Также у блендера есть импульсный режим работы. В блендере можно измельчать как холодные, так и горячие продукты, поскольку чаша объемом 2 литра выполнена из термостойкого стекла. В комплекте есть лопатка для перемешивания и удобного извлечения. Тройку лучших открывает Kitford KT1342. Эта модель отличается от предыдущих дизайном, формой, а главное – типом кувшина. Он выполнен из высокопрочного безопасного материала тритана. В отличие от обычного пластика, он не царапается и устойчив к высоким температурам, то есть по свойствам не уступает стеклу, но весит меньше. Отверстие для ингредиентов в крышке кувшина закрывается своеобразной заглушкой в виде мерного стакана. В комплекте есть толкатель для удобства загрузки ингредиентов. Еще одна особенность модели – это более мощный двигатель 1500 Вт, который обеспечивает скорость до 32 000 оборотов в минуту.
Плюс у блендера предусмотрен нож с 8 лезвиями, за счет чего процесс смешивания и измельчения происходит еще быстрее. Важная особенность и отличие от предыдущих участников рейтинга – это большой выбор рабочих режимов. Смузи, колка льда, коктейль, шинковка, импульсный режим и самоочистка. На корпусе есть дисплей для удобства контроля и кнопки для изменения скорости и времени работы. Это единственная в рейтинге модель, у которой можно задать длительность работы. А следующий участник рейтинга радует большой комплектацией. На второй ступеньке стоит Polaris PTB1834G. Эта модель стильного дизайна оснащена мощным двигателем на 1800 Вт и большим стеклянным кувшином объемом 2 литра. Он оборудован большой удобной ручкой и крышкой с отверстием для добавления ингредиентов. Технология 6 Pro Expert предусматривает оснащение 6 острыми лезвиями специальной конструкции, которые вращаются одновременно в 3 плоскостях. В сочетании с мощным мотором это позволяет измельчать и смешивать ингредиенты в 2 раза быстрее. Скорость работы блендера можно менять с помощью поворотного регулятора. А также у модели есть импульсный режим и 2 автоматические программы для приготовления смузи и для колки льда. Особенность модели – большая комплектация. С блендером идет дорожная бутылка с крышкой-поильником и мини-измельчитель, который подойдет для измельчения зерен кофе, специй, дробления орехов или смешивания небольших порций соусов. Эти стаканы устанавливаются на моторный блок вместо кувшина, чтобы измельчение и смешивание происходило непосредственно в них. С учетом стоимости модель обеспечивает отличную функциональность и эффективность, но наилучшими характеристиками наделен лидер рейтинга. Заслуженное первое место занимает Daukin MX 950 Pro. Эта модель выполнена в стильном дизайне и оборудована кувшином объемом 2 литра, который выделяется довольно оригинальной формой и исполнением. Он изготовлен из безопасного и прочного материала нового поколения – тритана. Имеет очень яркую мерную шкалу, что очень удобно. Преимущество модели – высокая мощность 2000 Вт и скорость 45 000 оборотов в минуту. Это самые высокие показатели в рейтинге. Благодаря таким показателям производительность модели намного выше в сравнении с аналогами. Двигатель защищен от перегрузок и перегрева, что гарантирует его стабильную работу и долговечность. Управление у модели довольно лаконичное. Это 3 кнопки выбора режимов и поворотный регулятор для выбора скорости работы. Всего предусмотрено 5 режимов работы. Это выбор скорости, импульсный режим, автопрограммы для приготовления смузи, для колки льда и для самоочистки. За надежное исполнение, качественные материалы, оснащение высокомощным двигателем и за отличную функциональность и высокую производительность этот блендер и занял первое место топа. На этом мой рейтинг подошел к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о выходе новых рейтингов и обзоров техники. А с вами была команда канала «Техревизор».